Да все на самом деле очень просто. Теперь помощь понадобится, эликсир от вампиров. Черная кровь. Кошка так, для галочки. Дальше добавляешь отличный гром. Немного подхиливаешься. Дамаг хорошо проходит, когда она пытается крикнуть. Я, кстати, с кошкой хорошо видно. Ворот, когда она сзади заходит. Просто бить в лоб неэффективно, потому что он начинает все блокировать. И на разворотах все проходит на ура. В общем-то и все.